Украинские пограничники обнаружили двух нелегалов из Сирии в Черноморском порту во время оформления парома, который прибыл из Турции. Незаконные мигранты прятались среди ткани в полуприцепе. Иностранцы не имели при себе никаких документов. За эту поездку каждый из них заплатил турецким перевозчикам по 7 тысяч евро. Оперативники установили, что возле пункта пропуска нелегалов уже ожидал их соотечественник, у которого есть вид на жительство в Украине. Сирийцы признались, что хотели попасть к родственникам в Италию, поэтому и пошли на такой эксперимент. Прикордонники Одеського загону спільно з представниками Служби безпеки України затримали двох нелегальних мігрантів у Чорноморському морському порту. Наразі відкрите кримінальне провадження та встановлюються всі обставини правопорушення. Тривають слідчі дії.